Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука, и сегодня мы посмотрим на кастомизацию героини Frost в игре Mortal Kombat 11. Я думаю, наиболее интересный персонаж для кастомизации, поскольку для того, чтобы за нее поиграть, надо еще сначала пройти 4 главы в игре, и только потом она разблокируется. Ну, в общем, я это сделал, и сейчас мы посмотрим, что же у нее есть интересного. Для начала, подождите, у нас, значит, два стиля для начала. Наперекор всему и будущая легенда. Так, это уже кастомный стиль. Так, в общем, давайте смотреть. Начнем с масок. Ну, прикольно, да? Прикольно сделала. Все, уже начало интересное. Так, просто голова снимается. Итак, значит, киберпанк, алмазные зубы, жидкий азот, криомаска, упрямый убийца, предательница Линкуй, дочь Арктики, рестлеры женской лиги, золотой слиток, ученица Кроники, чемпионка смертельных битв, Фрост 2.0. Особый дыхательный аппарат. Замороженный фильтр. Не богохульствуй. Тихий лед. Безнадежное дело. Дерзкая. Бунтарка. Маска пренебрежения. Холодная маскировка. Судьба избранной. Хладнокровная воительница. Порочность. Классическая Фрост. Традиция Линкуй. Обновление от Кроники до 1.1. Дочь Тецуа. Что за Тецуа? Так, и металлический фетишизм. В общем, так называется. Непонятно, металлический фетишизм. Но вы видите, тут она без маски. Можно увидеть ее впервые. Видим Фрост без маски. Неплохо выглядит, кстати, да? Так, давайте смотреть другие аксессуары. Так, печать судьбы. Опа! Так, отвернулась, повернулась. Так, ну тут, я думаю, просто сейчас по-быстрому прощелкаем. Это не столь интересно, как лица, маски и прочее. С этим побыстрее. Все эти рюкзаки напоминают мне сразу Injustice, там. Синий жук или черный мант, у них у всех что-то такое было. Графоний-то похож. Не, ну конечно, тут графоний получше даже, чем на Джастис. Это дизайн костюмов, конечно. Так. И замороженные ядра. Груди у нее, видите? Там дырка должна быть, да? Но ее не рассмотреть нормально, получается. Ну-ка, можем мы рассмотреть дыру у нее в груди? Ага, в принципе, можно. Ну так, там особо не видно. Вот прикольно с черепушкой. Все, что с черепушками, все прикольно. Окей. Дальше внешний вид. Вот это интересно. Облики. Давайте смотреть.
сюда 10 видов раскраски. Так, у следующего облика уже должен отличаться. Опа, то есть тут без всяких висячих штук. Дизайн-то похожий на самом деле, просто вот этой вот спереди вот этой висячей кожаной фигни не хватает. Ну, не знаю, из чего она сделана, короче. Ну. Ну, расцветки прикольные, конечно. Вот это уже что-то похожее. Ну-ка. Так, стоп, подождите. Немножко отличается, конечно, но так не сильно. Хотелось бы, конечно, какой-то дизайн увидеть в корне, отличающийся от дизайна вот этого в духе хроники. Чтобы вот, блин, больше, я не знаю, на этих секторах Сайрекса был похоже что-то. Она все-таки киборг, да? Видимо, это нереально. Как бы по сюжету нереально такой, чтобы был дизайн, наверное. Ну, как прикольно смотрится. Довольно красиво. Замороженная футуристка. Сразу почему-то напоминает какую-то главу уже Линквей сразу чувствуется. Но эти костюмы еще, наверное, придется постараться, чтобы разблокировать. Постоянное обновление. Так, ну и последний вид костюмов. Повелительница времени. Фига себе. Ну, прикольно выглядит, да? Единственное, я так понял, что мы уже тут не увидим лысую Фрост, как было в этом. Ну, как было в сливе, короче, да, она была в ростере лысой вообще. Потом, видимо, решили переделать ее. Ну, здесь, в принципе, у нее, наверное, волос нет, скорее всего, под шлемом, да, но в остальных вариациях у нее вообще нет. Точнее, вообще есть волосы. То есть можно вот так сейчас крупным планом. Ну, прически отличаются, кстати, да, заметьте. Сейчас, подождите, посмотрим вот так. Это такая более похожа на ее классическую прическу. Такие нехилые наплечники. И вот такой уже анимешный стиль. Так, ну ладно, с этим. Давайте смотреть демонстрации. Вступление. Терминаторша, блин. Ледяной взгляд. Фига, прикольно. Ледяная королева. Слоу стайл. Это же уже реально какой-то аниме комиксовой стилистикой, на такое ощущение. Ледомет. Так, а тут что-то сразу Наруто попахивает. Ледяной всплеск. Так, ну прикольно, прикольно. Так, что осталось? Значит, что у нее тут есть вообще, да? Два
Фаталити. Два пока что бруталити. Всего 16 добиваний. Видимо, вместе с насмешками тоже. Ну, открывать надо все. Так. Подождите, а что мы еще не успели посмотреть? Способности, да? Ну, ледяной бур, бурение, крик, голова, ядерная ловушка, перегрузка ядра, выпад с бурами, арктический шквал, ледотрясение, ледообразование, микровсплеск. И все, вот это ее обилки. Так, ну что, ребят, это была Фрост. Ваше мнение пишите в комментариях. Как вам эта героиня? Еще, конечно, надо будет изучить ее приемы, камбушечки, способности. На это нужно время. Вот. Еще, ребят, ставим большой палец вверх, если нравятся видосики по МК-11 на нашем канале. С вами была Недзука. До новых встреч!